достаточно раз за границу, и там встречалось очень много одинаковых слов, и я их запоминала. И еще чуть-чуть сама учила с помощью приложений. А еще я хочу выучить французский, мне этот язык очень нравится. Но пока еще из-за того, что я в школе, и мне надо, я очень много пропустила, так как я готовилась к стартам важным, и поэтому сейчас я только сижу тут с учебниками и читаю только учебники. Всякие насекомые. У меня был просто один инцидент, то что я приходила просто, ну, ездила там на самокате или на велосипеде, это было еще в Ижевске. И мне в рот всегда залетала какая-нибудь муха или что-то типа того. И потом я целый день не ходила вот так вот. Пыталась ее как-то достать оттуда, но у меня никак не получалось. И мне это очень сильно раздражало. Да, Найк. Купила новую кофточку. Это вот сейчас жарко очень сильно. Сегодня ели, как я уже говорила, шашлыки, в перерыве там у девочек, кого нет сегодня выходного, у меня сегодня был выходной. Вот, и мы, у нас как бы каждый сезон, мы в конце сезона, у нас такая типа традиция, что мы собираемся и всей группой и едим шашлыки. То есть там и наш тренер, и все, это Гёрнич, Андрей Викторович. Сегодня Данила Марковича не было, так как у него выходной. Все наши хореографы. Вот. Шашлыки. Диана, у вас еще ничего не началось? И ты меня сделала так, то, что я ждала модерн. С тебя все. Я пока не знаю, когда мне спросить. Нормально вообще? Лиза! Лиза! Привет! А ты чё не на ОФП? Сидерём? У нас нет тетрады. А, ну ладно. А мне выходной. Дай, Диан, кофе. Я почти его, кстати, дала. И, кстати, оно вкуснее, чем ты мне давала. Так что... Ну, я его сняла, у меня теперь обычные ногти, и мне они просто, я сделала таким, такое покрытие, чтобы ногти восстановились у меня, потому что целый сезон я, ну, ходила в салон, там делала наращивание, и у меня за это время они уже, ну, как бы, такие не очень хорошие стали. И чуть-чуть ломаться стали. Думаю, что сейчас все нормально будет с ними.
красненький. Я подниму ручку, потому что у меня сегодня такое настроение, и солнышко светит, погода почему-то не накрасится. У меня просто ресницы сегодня заняло. Но я не накрасилась, потому что у меня сегодня выходной. А так мы всегда... Ну, Андрей Георгиевна говорит нам чуть-чуть всегда краситься, подкрашиваться, то есть так приятнее с тренером и вообще с собой, наверное, себе приятно, что такая приятная. Ну, обычно по часу, ну, по полтора часа, наверное. Да, сегодня у меня закончился уже. Слава богу. У нас уже скоро каникулы начинаются. Я около дома. Сейчас сижу на площадке, просто не хочется в такую хорошую погоду сидеть дома. Привет. Ой, я не знала, что сам Артём Фролов зайдет ко мне в Инстаграм. Кто-то сегодня к зубному должен был идти. Нормально. Диана сейчас просто сказала, то, что у нас не будет модерна. И я из-за нее пошла домой. И сейчас, когда я уже около дома сижу, она мне пишет то, что «Алин, у тебя будет модерн». Но я не пойду на него, потому что мне лень зайти. Да, я приеду. Артём Фролов, тебе уже нужно к зубному, ты понимаешь это? Для футбола самая такая погодка хорошая. Да, Артём? Ну, я таки поняла, ты мне уже говорила. А к зубному ты сходил? Надеюсь. Модерн — это, ну, типа джаз, у нас там танцы, и я танцую совместно с Дианой, но у нас такой сейчас танец пошел, где два человека вместе танцуют. Я танцую с Дианой, но так как у меня сегодня выходной, она танцует одна, и я сегодня ради нее сначала пришла туда. Потом сказали то, что у нас будет модерна, и сейчас он, оказывается, будет. Ха-ха-ха. Очень смешно. Диана хорошо очень дружу, мы всегда с ней вместе. Ну, я думаю, то, что в конце сезона, может, мы с Дианой, ну, как
Я с ними лыжный танец, но это не точно. Я сначала спрошу у него. Ну а так говорят, что у нас неплохо получается. Не то, что как Артём Фролов, да? Я остаюсь во взрослом. Ну, остаюсь, говорю. Я перехожу во взрослый. Ну, можно сказать и так. Ой, как я хочу уже на самокате, на велике покататься. Какой у меня и велосипед, не жёсткий. Так, средний. Я занимаюсь так. Я уже около 8 лет занимаюсь на катании. 8 лет. Ну, наверное, 8 лет уже скоро. Ну, я пока в 8 классе, а не естественно в 9, когда я без этого. Ты такие... как типа для себя, так уже нужно начинать вот самое, наверное, скорее всего где-то с 7, вот так с 6 можно, вот самое максимум в возрасте. Вот. Поддержать это можно. Да.
вчера, позавчера и позапозавчера я приходила в 9 раньше всех и заканчивала я 8 часов вечера. Ходила первая и уходила последняя. У меня был перерыв полчаса, ну, потому что мне сдали короткую программу. Да, это кофе. Без кофе я вообще не могу пить. Я просто обожаю кофе. И он холодный, и я люблю очень горячий. Да, своими родителями я очень горжусь, они много для меня сделали и все еще делают, то есть им я очень благодарна за это, и, конечно же, я скучаю очень по ним, но первые полгода я еще как бы, ну, по ним очень сильно скучала, а потом я уже привыкаю к тому, что я как бы не делаю это для того, чтобы они мной гордились в первую очередь, что эти все старания не прошли зря. Следующий сезон, как бы, вы все увидите, и надеюсь, всем понравится программа, потому что она очень оригинальная и с интересной задумкой. У меня много разных интересных, и почти все я их люблю. Сейчас. Ну, по-разному бывает. Иногда я сплю где-то 7 часов, иногда 8 часов. Ну, для спортсмена, чтобы он восстанавливался, около 7-8 часов. Передаю привет Валерии Карантовской. Да, я живу на съемной квартире. Ну что? Спасибо большое. Ну, сейчас я стала учиться намного больше, и школа мне помогает, и как бы учителя идут мне навстречу. Вот. В каких я странах была? Ну, так, я была в Марселе, это Франция, Сен-Жерве, Любляна и Тайбэй. Так.
кефирку у меня дома сейчас. Я не знаю, у меня животные, все связаны с едой. У меня даже кошка Ириска ее зовут, и белочку, которую я недавно купила, ее зовут Зефирка. Спасибо большое. Хорошо, я передам. Спасибо. Хорошо. Стараемся работать дальше хорошо. Новая короткая программа у меня в этом сезоне, в следующем сезоне будет очень интересная, оригинальная и со своей задумкой. Так. С фигуристов. Нет, я живу с бабушкой. Да, я всех, наверное, называю там со всякими вкусняшками. Там зефирка, не зефирка, там печенька. Мне кажется, это очень мило. Нет, я буду выступать по-взрослому уже. Я живу здесь с бабушкой. Божественный тайминг. Все, разворачиваемся. Стоп, стоп, да. Они ушли. Кто? Вот чебуреки стоят. Ой, наверное, восьмерка там реально пишет. Там восьмерка пишет. Там, блядь, народ. Ну, это надо спросить у нее. Пусть забирай. Любимое блюдо. Там будет? Да. Наверное, роллы. Мы подойдем. Ты не подойдешь, сука. Мы подойдем. Да, Бог. Тебя выебу. Тебя реально выебу, если ты не подойдешь. Уверен? Да. Надо полусвет уходить, потому что пришли какие-то дебилы. Какие-то мальчики, которым нечего делать вообще. Поэтому я решила пересесть от них подальше. Ну, любимых юристов, скорее всего, нету. Но, как бы, равняюсь я на Алину Кабаеву. Нет, сейчас у нас плюс 20. Два было утром, но сейчас, наверное, еще жарче стало. Да, я уже отошла оттуда. Да, мне нравится Питер. И у меня 5 числа я поеду на школу именно в этот город. Я очень рада. Дай.
Мне все хорошо. Нет, кажется, я вспомнила. И зефирка. Знаю, но, скорее всего, мы будем выступать в юбилейном, но если что, я буду снимать трансляцию и, наверное, там скажу, потому что я сама точно пока еще не знаю. Я сижу около дома и пью кофе. Свои травмы. Не люблю жаловаться, так что вот сейчас я половину дня уже провожу на улице, а потом я пойду домой, а может пойду в кинотеатр, но я пока еще не знаю. Если кто смотрел «Кухню», расскажите мне, пожалуйста, интересно ли там было, потому что трейлер очень интересный там. Я сейчас около дома сижу, как бабушка у лапочки. Да, у меня сегодня выходной. Последний фильм я смотрела, наверное, «Жизнь домашних животных». Ну, это как бы мультик, а фильмы... Не помню. Если честно, я выходила на чемпионате мира, я не слышала ничего и не видела ничего. То есть то, что она там показывала радость, это как бы я уже по многим стартам ее, ну как бы видела то, что она после старта хороших именно. Она показывает очень сильные эмоции, поэтому я была к этому готова. Ну, как без соперничества в спорте? Я просто не понимаю. Ну, выступила она, конечно, хорошо, но судьи решили именно так. А слово «судьи» — это закон. Да, вес мы всегда контролируем. А у нас на этаже сегодня какой-то проходит праздник, ну, именно на моем этаже. Но я так думаю, то, что там дети, у какого-то ребенка, наверное, день рождения. Выходной уже не, его будет понедельник, но я точно не знаю. Ну,
Макароны можно с сыром. Они быстрее всего перевариваются, так что это не калорийная пища. А из сладкого я люблю очень сильно мармеладки. Это мое просто все. Нет, я не поддерживаю с ними отношения, но мне как бы нравится, как они ведут эту группу. Нет, не узнают. Если даже Женя говорит то, что ее как бы, ну как бы некоторые узнают, а некоторые нет. Она уже двукратная чемпионка мира. Зефирка хорошо. Уже полненькая стала, потому что я ее всегда кормлю. Ну, потому что сказали то, что нужно много еды. Всей группы не знаю. Да, Пасху на тренировке. Но лично я очень обожала мармеладки и буду обожать еще выжатки. Обожала их, так что хорошо думаю. Это просто надо нарабатывать и всегда естественно, чтобы тренер тебе подсказывал, и как можно больше раз его делать, надо сначала его прыгнуть на полу, а потом уже принести на лед. А, татарский? Нет, не умею говорить на этом языке. Это, наверное, позор для меня. Не перед стартом. Ну, прежде всего, надо верить в свои силы, что ты все сможешь и делать все как на тренировке. Если честно, я очень люблю роллы. Вот я помню еще, когда я была в Ижевске, мы с мамой как бы всегда ездили там и покупали роллы, хоть это будет далеко от нашего дома, но любовь к роллам — это самое главное. Хожу, разминаюсь перед стартом. Музыку у меня любимых много. Когда мне грустно, я, например, слушаю музыку Happy, называется. Встретили меня очень хорошо там. Очень тепло. Все, то есть, поздравляли. Нет, я живу около 50 минут. 10 минут — это когда идешь прям вот очень медленно. До катка. А если быстро, то минут за 5, наверное, дохожу.
любимая книга, наверное, это Гарри Поттер. Читала почти все части, но любимая, наверное, я даже не знаю. В свободное время я, наверное, сижу в соцсетях, и когда есть силы, я разукрашиваю картину. Нет, я перехожу во взрослые. Если бы фигурного катания вообще не было нигде, то я бы, наверное, занималась гимнастикой художественной. По крайней мере, меня мама уже туда отдавала, когда у меня не получалось в фигурном катании ничего. Но потом меня все-таки тянуло к этому виду спорта, и я решила заниматься фигурным катанием. Очень нравятся все программы, которые ставят мне Андрей Георгин и Илья Маркович. То есть они мне выбирают музыку, которая подходит именно мне. День рождения я, скорее всего, буду отмечать уже на отдыхе. Вот. Я в 17-й школе. Ну, я почти ничего не читаю в там, где вот это пишут. По крайней мере, я только сейчас это как бы видела, то, что меня критикуют. Критика в спорте — это обычное дело, так что я думаю, это даже хорошо, когда критикуют, есть над чем задуматься. Раньше меня, по крайней мере, вообще не замечали в упор. То есть я сидела на задних партах, хотя была самая маленькая. Вот. Но сейчас, по крайней мере, они начали там привет, начали со мной общаться. Как вы думаете, мне нравится заниматься фигурным катанием или нет? Мне кажется, это вопрос. Некорректный.
сейчас в лифте. Я надеюсь, что я не заедаю. Вот, кстати, мама. Сейчас я покажу, у нас там праздник был. И там офигенский пахнет. Пахнет пиццей. Эх. Вот, значит, типа такой. Вход по пропускам. Это мой пропуск. Ой, я не могу. Оп. Может быть. Ириска, привет. Ириска. Добушка ты мой. Хорошенька. Скажи привет. Скажи привет. Зефирочка, зефирка. Зефирка, привет. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Привет. Что ты не здороваешься? Сейчас мы ее достанем. Нет, как одна ее выжить? Так. Зефирочка. Давай, поздоровайся с этим. Давай, она тоже у нас с фитнесом тут занимается. Скажи привет. Оп. Она всем говорит привет. Я очень обожаю домашних животных. Особенно вот эту хорошенькую. Чужую. Пару месяцев. Ну, когда я ее купила, она вообще не давала мне ее гладить, потому что ей надо привыкнуть к... То есть она не без мозгов, как хомячки, а ей надо привыкнуть к тому, что у нее новые хозяева. Потом только она, если ей понравится, то она будет давать ее брать на руки. Ефирка это вот моя белочка. Да, Ефирка? Опять тебя прокинула ты? Ну тебе что? Так. Надо ей покушать дать.
Я живу с бабушкой. Ириска, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди сюда. И ты иди сюда. Да, я смотрела Юрину. Ириса. Значит, такие интересные звуки надо. Оп. 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 Хвостик. Ну, тоже не хочется. Ириска. Ириса. Кс-кс-кс. Да. Ириска. Смотрите, сколько у меня игрушек. Вот это мне очень нравится. Это мне подарили после тренировки короткой программы. У меня все хорошо. Ириска обычно спит вот с этим медведем. Его зовут Умка. А, кстати, между прочим, мне его выкинули... Как раз 7 лет, это был мой первый старт. Именно из-за этой игрушки я так начала заниматься фигурным катанием, потому что мне понравилось то, что мне выбрасывают игрушки. Да, и между прочим, они теперь вместе со мной спят. Мы их просто упаковывали так, у меня еще там чемодан сломался, еще... Короче, полный пипец. Так. Да, я выкину его. Смотрите, какой у меня красивый тут вид. С окошко. Ириска, скажи всем привет. Ириска. На, понюхай, понюхай всех. Сейчас я вам покажу еще какой интересный. Смотрите, это мне дал Юдзуру Хани. Этого медвежонка. Даже есть фотки, где именно он мне давал эту игрушку. А вот эту игрушку мне дал Натан Чен. Поздоровайся, привет. И это очень классно.
кстати, вот эта картина у меня теперь висит вот здесь. Вот. Да, я дома. О. Хорошо. Да, у меня выход. Привет. Ну, конечно, сложно, матанный. Это нервы нужно тут. Это аккуратно, наверное, мазками делать. И сейчас новую картину папа купил. Иди сюда. Даша, что ты мне тут пишешь? Что вы что-то новое учите, что ли? Ладно, все, пока.